По поводу коррупции, я так сказал, что он везде существует, везде, всему миру. И в том числе в Америке, в Европе. Нам просто, когда мы на стороне смотрим, нынешние там государства там разных, там очень красиво показывает демократия, там все честно, все порядка там. Но на самом деле, когда мы войдем внутри государства нынешнего, иностранного, там мы видим совсем другой мир. Я думаю, что коррупция всегда была и всегда будет. А если бы это было на моем воле, я бы сделал очень жесткий закон. Жесткий закон, очень жесткое наказание. То есть, там, если поймали, там кто-то дает коррупцию, и кто-то берет коррупцию, взятку, их оба надо именно арестовать. Не только там условно давать, уволить из работы или что-то. От 3 до 7 лет лишения свободы. И после этого надо просто проверять его доходы, дает ли налог, не дает ли налог, там, как он зарабатывал, откуда все это. И половину отнимать. Я думаю, тогда все будет нормально.